Здравствуйте, подписчики. Сегодня мы начинаем играть в Crysis, первая часть. Итак, у нас новая игра. Рядовой. Итак, Crysis, это была раньше трилогия, сейчас много модов вышло на него, дополнений. Поэтому будем начинать с первой части и посмотрим, что из этого выйдет. Так, картинка костюма нам не интересна, потому что там показан прям боевик. Какой крутой боевик, которым мне никогда не быть. Попал в колесо, толкнул машину, да сейчас. Хотите такое увидеть? Смотрите индийское кино. Начинаем. 7 августа 2020 год. Это доктор Елена. Исследовательские раскопки на островах мы нашли. Нас захватили корейцы. Они собрали всех гражданских. Мы кое-что нашли. Это открытие может изменить будущее планеты. Корейцы сами не знают, с чем имеют дело. Конечно, не знают. А ты прям знаешь. Прошу вас. Свет, вспышка, затмение. И никто ничего не помнит, что было дальше. 7 дней спустя. Корея. Как я думаю, Южная Корея. Острова Лингшан, Филиппинское море, 14 августа 2020 год, если быть точнее. Летим на самолете. Веселые компании. Говорит командир. Компания. Высота 8000, курс 90. На радаре помехи, возможно, гроза. Я сразу говорю командиру. Вы для меня дополнительный порошок. Грозовых фронтов в вашем районе нет. Все чисто. Отбой. Фронтов грозовых нет. Значит, это хорошо. 3 минуты до высадки. Это прекрасно. 3 минуты до высадки. Давай, буди меня. Эй, Номад, ты живой там, а? Конечно. А что, живее всех живых. Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа хищник, подходим к цели. Подходим к цели. Найдем. Ладно, хотят найти, найдем. Маски. После выброски держитесь со мной. Раскрытие по сигналу. Призрак. 5, 4, 3. Дальше ты будешь участником. 2, 1. Остальных воин. Пошел, пошел, пошел! Даже когда не будешь, все равно будешь. Давай. Обратите внимание вперед. Видите эту гору? Там встреча на земле. Именно туда нам и надо будет пробираться. Весь наш сюжет будет закладываться в то, чтобы пробраться что? К этой горе. Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Но, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Смотрите, пока какие корабли. Связь, большие. По себе. Посмотрите на на острова, на островки и на корабли. Действительно большие. Что за черт? Парашют, чертов я парашют! Я говорю, запаску дайте мне сразу. И запасного нет. Держись, парень, ты над водой. Костюм должен погасить удар. Да погаси, куда он денется-то? Нома, доложи обстановку. Я в норме, только прицел барахлит. Ну давай. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. К
кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Бросили меня. Всех здесь. Уже на марше. Шок на земле. Иду в зону высадки. Ответь, прием. Так, игра сохранена. Меня, черепаха. Все, пророк, на. Я на берегу. Что это? Здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. Так. Проводим. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Так. Теперь все в норме. Давайте глушитель оденем. Ацтек до сих пор не отвечает. Тактический блок. Бери шута и ищи ацтека. И вот так вот. Проверь экран задания. Ну, нормально. Проверили. Что мы ищем? Шута. Давайте. Идем. Где-то враг нас будет ждать. Максимум скорости. Конечно. Недостаточно энергии. Вот. Это единственный минус. Максимум брони. Максимум брони. А на какую тут брать, я уже не помню. Подождите. Подобрать. Удерживайте, чтобы присесть. Подобрать. F. F. Кинь. А. Ну, вот так вот и будем. Посмотрим. Тут первые где-то уже. Так, кстати. Тоже надо переделать. Глушитель, а обязательно. Целеуказатель. Да. Есть кто? Проверь глушитель. Да, уже. Уже проверил. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Ой-ой-ой-ой. Что случилось? Знаю, что случилось. Ничего страшного. Блин, не то. Спокойно. Приду два голубчика. Давайте-ка маскировочку. Опа. Маскировка активирована. Ну давайте, лошары. Недостаточно энергии. На. Что будешь делать? Второй. Порядочек. Смотрим. Так, взять что ли? Вот за место вот этого. Блин, а как тут? Подобрать. Подожди, это я что выкину? А? А нет, смотрите-ка, два оружия. Ну давай модификацию сразу проведем. Глушитель. Фонарь. Фонарь не надо. Тактический блок. И прицел. Нормально. Осталось только патроны к нему. Так. Взять боеприпасы. Такого не каждую так придется подбирать. Здорово. 31 патрон, правильно. Один в стволе. Маскировка активирована. Маскировка. Где ты? Недостаточно энергии. Пророк, это отстань. Максимум брать. Как слышно? Нормально. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Неси, я иду. Не беспокойся о себе. И не беспокойся обо мне.
и я приду к тебе. Ты же знаешь. Ладно, пока я к нему иду, путь-то долгий. Жмите на правую кнопку. Подписаться. Видели? Номад, давай сюда. В правом нижнем углу. Кнопка подписаться. Так, ты упал, да, с дерева? Давай, все. Пошли за ацтеком. Вот ты с фонарь-то выключи. Пророк. Че ты маячишь? Я тут не один. Что у тебя, ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то. Давай. Как тебя туда выбросило-то? Вообще. Ацтек, ответь. Давай, беги, беги. Ацтек, заткнись. Живо. Проходим, 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 не стесняемся. Не убоюсь я зла, не убоюсь я зла. Я вам, пророк, сильно сказал. Номад, шут, хлеву, живо, ну! Да бежим, и бежим. Чё ты паникуешь? Разорвался. Вот так, мне тоже надо, да? Максимум силы. Нет, мне броня максимум нужна. Брони. Мне нужна броня. Чёрт, что это? Ну? Идем, идем. Номад, нам нужно найти ацтека! Ну вот он где-то здесь недалеко. Ну что ты будешь делать? Нашел? Мне почему-то кажется, что ему сейчас ой как не до нас. Что ты видишь? Рассказывай. Ну да. Трупы. Боже, что же тут случилось? Изорваны, разодраны. Что случилось? Что случилось? Ты слышал? Побоище. Я все слышал. Не глухой. Давай, смотри, кто там. Ты фонарем-то светишь, вот привлекаешь всех, вплоть до комаров. Спецназы, служим мне. Не нравится мне это. Ты бы с факелом побежал бы. Сирену бы включил. Кто тебя там еще не заметил-то в лесу? В темном. Давай наверх. Капает же кровь сверху. Черт! Сукин ты сын! Ой-ой-ой, так он в спецкостюме, еще его и разодрали так. Что с ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю, но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Хорошо. Как насчет ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет, я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Ой, вот что с нами будет, если мы погибнем. Черт, никогда не привыкну. Адью, амиго. И похорон не надо никаких. Ну, вообще-то, пышных похорон, шут, поминок не будет. Обойдемся тем, что есть в холодильнике. Отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Что за чертовщина? Что за чертовщина? Ты прикрываешь мне эту спину? Ну-ка, минутку. Давайте продвигаемся. Прыжок. Максимум силы. Подожди-ка, впереди какое-то движение. Маскировку. Маскировка активирована. Корейский патруль. Вон он. Да сейчас. Надо, главное, не двигаться в этом костюме.
достаточно энергии. Ай-яй-яй. Присядем. Где-то второй же бродит. Где ты? Ну, куди вам? Маскировка активирована. Вот он. Максимум брони. Что у нас здесь имеется? Так, а трупы там мне на карте показаны. Где ты? Я тебя же завалил. Где я тебя завалил-то? Блин. Что-то подзаедает. Вроде должен тянуть. Вот. Это ты. Точно ты. Так, а где автомат-то? Падла. А второй где? Чего я должен искать где-то? Так, ты вот так шел за деревом. Шел и упал. За этим деревом, за тем. Блин. Как ты какие-то неудобные. Еще маленькие. Ну да и ладно. Не очень-то и хотелось. Вот что только подзаедать, я понять не могу. Номат, только что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Включи. Выполняю. Так, у меня... Ну чё БСК-то пишет? Вроде не должно. Другие игры даже нормально тянут. Это-то чё выпендривается? Большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Итак, блин. Давайте-ка. Маскировка активирована. Спустимся потихонечку. Что-то приколюха в том. Максимум. Чем больше двигаемся, тем меньше маскировка. Маскировка активирована. Где? Достаточно энергии. Давайте потихонечку, помаленечку. Черт, они вызвали подкрепление. К тебе идут войска противника. Хорошо, пусть идут. Где ты? Давай. Пам. Достаточно энергии. Все? Или еще кто-то есть? Маскировка активирована. А, вот они. Максимум брони. Все? Или еще что-то? Маскировка активирована. А блин, а где первый-то трупик у меня? Недостаточно энергии. Блин. У меня где-то тут первый труп был. Тихо, успокойтесь. Маскировка активирована. Так. Берем припасы. Вот так. Птички.
Так, все, блин. Ну да. Так. Максимум брони. Давайте посмотрим, посмотрим. Вот там бетер по мне стреляет. Вот. Помню же, где-то же еще маскировка заваливал вот здесь вот. Или нет? Да сам. Робот, из-за этой глушилки мы тут слепые, как котята. Сейчас, минутку. Максимум брони. Подождите маленько. Вот так-то можно, по идее, переплыть и все. Ну так неинтересно. Опаньки. Использовать. Так, нормально? Система заработала. Иди на место высадки. Хорошо. Давайте сохранимся. Недостаточно энергии. И пойдем на место высадки. Так, где тут места-то менять? На сегодня все. Увидимся в следующем видео. Пока!